Всем снова привет! С вами канал Paradise Alanya, недвижимость в Турции, а именно квартиры в Алании. Я нашел для вас очень хорошую, просторную трехкомнатную квартиру у моря в районе Кеста. Этому проекту 7 лет. Инфраструктура здесь у нас открытый бассейн, зона беседки, зона барбекю, также открытая парковка, которую я вам покажу. Квартира находится на первом этаже. Вот такой просторный балкон застекленный. И тут очень просторная гостиная, совмещенная с кухней. 145 квадратных метров трехкомнатная квартира. 2 плюс 1. Айдат здесь 170 лир. Здесь есть балконная мебель вот такая, мягкая. Закрою от солнца. Вот. Первая береговая линия, дорогие зрители. Рядом есть маркеты, рестораны в той стороне. Теперь покажем гостиную комнату с кухней. Это столовая часть кухни. Тут также есть выход на балкон. 45-48 квадратных метров только вот эта гостиная, совмещенная с кухней. Бытовая техника в основном БК, кроме холодильника. Холодильник фирмы Samsung. Вот духовка также есть. Вот Samsung. Вот такая просторная гостиная. По очень хорошей цене, цену тоже скажу, 104 тысяч евро. Первая береговая линия с мебелью, бытовой техникой. Дорогие зрители, кому интересен первый этаж, в основном покупают такие квартиры пожилые люди, чтобы не подниматься на верхние этажи. Ну, также есть семьи, которые не любят высокие этажи. Вот квартира по вашим критериям. Телевизор Арчелик. Идемте дальше. Я покажу, насколько она просторная, чтобы вы тоже понимали. Прихожая тоже просторная. Здесь вот такой шкаф. Здесь у нас вход. Вот вход. Оттуда поднимайтесь по лесенке. Там парковка. Такой потолок, освещение. Здесь у нас просторная спальня, минимум 16 квадратных метров. Здесь у нас французский балкон. У нас кондиционеры фирмы Арчелик, инверторные. В гостиной была 18 тысяч БТУ, тоже Арчелик, который я сейчас снова вам покажу. Вот 18 тысяч БТУ. Это контролирует свет. Так, здесь коридор просторный. Спальня. Два санузла, кстати, тут. Так, вот такая просторная спальня с выходом на балкон. Здесь санузел с душевой кабинкой. Тоже кондиционер Арчелик. Вот есть проход большой. Где-то 70 сантиметров. А здесь уже метр, как минимум. Здесь у нас балкон. Мини-балкон. Застекленный. Здесь восточная сторона, там была южная сторона, где я начинал съемку. Вот открытая парковка снаружи. Так, и тут у нас санузел второй, он побольше, чем первый.
который был в спальне. Стоит накопительная система водонагрева. Фирма Арчелик тоже новая, даже куленка не снята. Вот. И это у нас стиральная машинка Samsung. Так, дорогие зрители, если вам понравилась эта квартира, вот такая просторная, у моря, район Кестель, элитный район, здесь цены дорогие, но у этой квартиры очень хорошая цена. Вот такие цветочки, и я тут. Дорогие зрители, звоните по номеру, который указан в описании, также в ролике. Это 104 тысячи евро. Очень хорошая цена. Все, с вами был мистер Агаси, Солнечный Лайни, район Кестель. Всем пока-пока.